Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис. Совсем недавно задали вопрос, как активировать какой-нибудь аккаунт в интернете. То есть для этого есть специальные сервисы, виртуальные номера, так называемые. Здесь не будет никаких реферальных ссылок. Просто, если кому надо, вот такими сервисами я уже давно не пользуюсь, вы набираете в поиске SMS-рек. И вам выдает вот в описании сколько угодно сервисов, куда вы можете зайти и заказать себе виртуальные номера для активации своих социальных сетей. Ну, например, вот smsrec.com и виртуальные номера я специально для вас открыл. Вы заходите сюда и заказываете себе именно тот виртуальный номер, который себе вам нужен, например, ВКонтакте, вот, чтобы активировать, 18 рублей стоит, в Одноклассниках 4 рубля, в WhatsApp, чтобы открыть аккаунт, 4 рубля, Viber 3 рубля, Telegram 4 рубля. Ну и многое-многое другое, то есть вы вот YouTube, Gmail, все здесь достаточно просто. Все реально, проходите регистрацию, закидываете деньги на свой счет и активируете именно на тот номер, который он вам выдаст, свой аккаунт. Все легко и просто. Пользуйтесь кому нужно. Ну, опять же, я повторяю, что от этой темы я уже давно отошел, и для меня как-то дико звучит, как мне виртуальный номер получить. Если кому-то понравилось это видео, то ставим лайки и пишите свои ссылки, оставляйте под этим видео, какими сервисами пользуетесь вы. Ну, лучше, конечно, без ссылок, лучше сразу писать, например, сервис такой-то, цена на активацию ВКонтакте такая-то. Вот и все. В принципе, всем привет!